Якутии проверяют готовность населенных пунктов к пожароопасному и паводковому сезонам. Усть-Майский район в этом плане ежегодно проводит учения всех действующих структур, и этот год исключением не стал. Подробнее в сюжете далее. В ходе командно-штабных учений были проведены совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в районном центре, на которых были рассмотрены вопросы о превентивных мероприятиях, порядке функционирования систем жизнеобеспечения населения, организации взаимодействия специалистов МЧС и других ведомств, муниципальных образований. Согласно плану основных мероприятий ежегодного Главного управления Республики Саха-Якутия, сегодня проводятся мероприятия по проверке готовности Усть-Майской районной администрации к безопасному пропуску паводковых вод. В данный момент продолжается командно-штабная тренировка, и по итогам этой штабной тренировки будет вынесен итог готовности районного звена РСЧС к безопасному пропуску паводковых вод. Во время учения осуществлялась проверка готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с весенним половодьем, а также состояние систем управления, связи и оповещения. В Усть-Майском пожарно-спасательном гарнизоне созданы оперативные группы по безопасному пропуску паводковых вод. При поселениях также заключены договора с владельцами мотолодок для того, чтобы использовать их в случае потопления, для эвакуации населения, для проведения поисково-спасательных работ. Потопление населенных пунктов в этом году не прогнозируется. Я думаю, что ледоход пройдет в спокойной обстановке. На учениях все организации сработали оперативно, показали готовность к противодействию стихии и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечению пожарной и паводковой безопасности. Елена Александрова, Тимур Канаев, НВК Саха, Усть-Майский улус.